Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Никос Поронидис. Я нахожусь на одном из маленьких пляжей неподалеку от города Элевсины, который называется Люменон. И это я вам хочу показать, где вот можно делать ежедневное купание на море. Это вот таких пляжах. Чтобы не ехать далеко, скажем, 30-40 километров. Вот люди, которые проживают здесь, в Западной Аттике и вообще по всей Греции, обычно можно найти очень много таких маленьких пляжей, как вот это, вот этот пляж. Сейчас я вам покажу один из этих пляжей. Западная Аттика, побережье Средиземного моря, дорогие друзья мои. Пляж Люменон, который находится очень рядом от столицы страны. И таких очень много пляжей по региону и вообще по всей Греции. Вот один из этих маленьких пляжей, это вот это. Вот этот пляж. Как вы видите, дорогие мои друзья, вода чистая. И море спокойное, нету таких волн сильных. Как раз то, что нужно для нормального такого отдыха и искупаться на море. Сейчас я зайду на море, посмотрю температура какая у нее. Этот пляж состоит из мелкого песка, такого как типа гравера маленького. Вода очень хорошая, не холодная, то, что надо для купания. Просто в любом случае надо немножко переждать, сразу нельзя нырять в море. Надо, чтобы организм привык к температуре тела с водой и тихо-тихо заходить в воду. Вот так, дорогие друзья, ежедневное такое купание на море, вот таких маленьких пляжей, которые люди приходят, купаются, чтобы ну, не ехать далеко. Вот, это, скажем, от где я проживаю, это километров 7 от меня. Вот. Ну, хочу сказать, а если хотите более профессиональные пляжи, которые тоже естественные такие пляжи, не сделанные, а естественные, они уже километров 30 и дальше. Это как пляж Кинета, Святых Феодор, Псафа, Алипохори, Порто-Гермено, Просили и так далее. Очень много таких профессиональных пляжей. Это я вам говорю со стороны запада Аттики. Есть еще и южная часть, которая облегает Эгейское море. И потом есть еще и Ионическое море. Это с северной стороны. Ну, в общем, три моря облегают Аттику. И можно сказать, что если естественные пляжи, профессиональные, там уже они километрами идут в ширину. Очень много всего красивого. И все, здесь я сейчас я буду нырять, дорогие друзья. Я уже взял свою температуру, так что ну давайте, июньское море на Средиземном море. Вот так. На этом, дорогие друзья, я вам думаю, что я вам показал вот это маленькое, один из сотни таких пляжей. Подписывайтесь на мой канал,
ставьте лайк, пишите ваше мнение. И желаю вам всего хорошего, всего доброго и всего наилучшего. С вами был Никос Поронидис.